Вот такие скромные маленькие кастрюльки. Вот так вот здесь и кушают. Смачно. О, кажется, дождь начинается. О, шашлычок. Кушаем, угощаемся. Такие вот. Слюнки потекли. Сколько шашлычок такой? 90. Это целый шампур, да? А, 100 грамм? Понял. Очередь, все хотят кушать. А, вот такая вот порция, 90 гривен, да, сейчас покажу. А, смачно. Смачно, смачно. Пахнет. Вот дождик легкий, сейчас всех разгонит. Ну, мам, пофиг. Кто хочет покушать, пожалуйста. Еды навал. Ух ты! Еще себе над головой пролететь. Месяц! Вот это да, красавчик. Нашим зрителям своими крылышками, поморгал глазками английскими и полетел по своим делам. Да, друзья, смотрите, лайкайте, подписывайтесь, делитесь с друзьями. А мы вам еще не такое покажем. Вот так вот из Одесса. Крыза, зубожинья. Покупаем по полвареника. Едят все, пьют, еды немерено, выпивки немерено. Все довольны, улыбаются. Какая красота. Магазины ломятся. Вино какое хочешь. Сказка. Крафтовое вино. Ой. Не хуже, чем Дубай, я вам скажу. Ой, паски сырые всякие. Домашние, хедмейд. Вкуснота. Все на кострах. Жарят свеженькое, готовят шашлычки. Ой, вот чуть ветерок поднялся, но ничего. Очереди за шашлыком. Подуреет. Обалдеет. Водочка положена. Одесситы традиционно любят покушать. Еще не просто покушать, а вкусно. Вкусно и много покушать. Столы забиты. Очереди. Все сидят, балдеют. Мы вместе с ними. Так, посмотрим, что там у нас дальше. Всякие сувениры ручной работы, поделки, мороженое, шашлычок, все, что хотите. Кушай, пей, кушай, пей. Не зря, конечно, концерт на свежем воздухе надо перекусить. Мы
Это дело любви. А, какая красота. Свежий воздух. Костры с шашлыками. А, снятина. Видите, все есть. Шурпа, плов с мясом, а свининкой, с курочкой, с барашком. Все как положено. Фудкорт забит. Все в очереди. Фудкорт на Куяльнинском. Фудкорт. Я уже заговорился, на Куяльнинском лимане. О, стоящий самовар, сейчас пойдем посмотрим. Ой. Настоящий чапаевский. Ах, какая смокота. Пахнет. Так, что тут у нас? О, какая красота. Да под вкусное пивко. Ой. Для вас, дорогие друзья, ходжу, снимаю слюни, глотаю, вместо того, чтобы сидеть, пить пивасик и закусывать вкусным шашлычком. Тут всякие сладости. Заварные пирожные, компоты ручной работы, соки, все как положено. Всякие наливочки. О, мед. Офигеть. Ай, красота. Мед и всякие наливки. О, деньги вперед. Все как положено. Все есть, но деньги вперед. Я заплю такую штуку. Все, что хотите. Но деньги вперед. Вы мне сейчас там покричите. Ага. Можливо, хтось не чув про ФЕС. Ми ж вперше його проводимо, тому ще мало хто знає. Давайте. Куяльнинський лиман, люди. Люди, я вас не чую. Дайте кушать, дайте поесть сначала. Людей за столами больше, чем возле сцены. Сколько вас? Все едят и пьют. Я жартую. Так, зараз буде виступати гурт Фелікс Шиндер та «Деньги вперед». Чи щойно виступав гурт Матвієв, Пандора та Бікбокс. Потім буде виступ камерного оркестру «Фармонії» під керівництвом диригента Андрія Дюк.